Необычное хобби у Аксакала из Караганды. 85-летний Астаби Булканов – таксист-альтруист. Он бесплатно возит горожан на своем полувековом автомобиле. Подробнее о человеке, кому старость в радость, в материале Марины Золотаревой. Таксист – местная знаменитость, как и его антикварный автомобиль. Старенький «Жигули» служит Астаби Булканову уже больше 50 лет. Состояние двигателя механик Астаби Ага может определить на слух и всегда успевает вовремя подлечить. Потому и мотор любимой копейки заводится с первого раза, а серьезных поломок практически не бывает. Астаби Ага всегда можно увидеть во дворе. То снег чистит, то с машиной возится. У нас остановка очень далеко от дома. Когда буран и морозы, дойти до нее невозможно. И такси сюда не хотят ехать. На помощь всегда приходит Астаби Ага. Мы предлагаем деньги за проезд, но он категорически отказывается. Что говорить, благородная натура. Разменявший восьмой десяток аксакал за баранку держится крепко. Почти 70 лет за рулем. Ему довелось даже поводить машину с деревянной кабиной. Большую часть свободного времени проводит в автомобиле. Шутит, что его зарплата – это благодарность клиентов. С молодости люблю помогать людям. Это, можно сказать, мое хобби. Водить обожаю и с людьми пообщаться приятно. Если я в день хотя бы круг не сделаю, то день не удался. А машина хоть и старая, а уже родная. Родные много раз порывались подарить аксакалу новый автомобиль, но он все отговаривается, мол, друзей не предаем, даже стальных. Марина Золотарева, Зарина Зулпыхар, Караганда, Хабар.